Доброе утро, мои дорогие! Сегодня готовим очень вкусный ароматный салат из черемши со свежим огурчиком. Для салатика нам понадобится пучок черемши, свежий огурчик, немножко лука и укропа, вареные яйца, майонез, сметана и капелька соли. Нарезаем все ингредиенты для салатика. Огурчики нарезаем четверть кольцами, потоньше. Зеленый лучок помельче. С укропа удаляю жесткие веточки и тоже нарезаю помельче. С листочков черемши тоже удаляю хвостики и нарезаю мелко. Добавляю соль и вилочкой немножко придавливаю листики черемши, чтобы она стала немножко мягче и пустила сок и аромат. Измельчаю яйца, я их пропускаю через сеточку. Добавляю майонез и сметану. И все хорошо перемешиваю. Салат с черемши готов. Попробуйте, приготовьте, он вам очень понравится. В сезон черемши мы его готовим каждый день почти. Салатик получается очень нежный, сочный, вкусный, с ароматом чесночка и весенней зелени. Пробуйте, готовьте. Приятного всем аппетита!